По лениво-кулинарим немножко. Оля и Лена опять с вами. И сегодня готовим дзадзики из свеклы. Первым делом нам нужно сварить свеклу. Мы делаем ее прямо в микроволновке. Отправляем ее туда минут на 5-7, и она готова. Дальше добавляем к натертой свекле йогурт, соль, чесночок и сок половинки где-то лимона. Перемешиваем, и наш потрясный соус готов. Приятного аппетита! Не забывайте подписаться на наш канал «Ленивый кулинар». Мы вас ждем. Скорей.